Привет, друзья! С вами Саша Аргентинов. Добро пожаловать на мой канал. А я стою на остановке и ожидаю автобус 37, чтобы поехать в аэропарке, в аэропорт, который находится в черте города. Ну и сегодня у меня поездка в город Корриентес и оттуда в город Резистенция, провинции Чако. Вот на этом автобусе я доехал до аэропорта 37. На нем должно быть написано Кастанера. Это поездка бюджетная, поэтому здесь я в этом видео буду рассказывать про цены. Вот сейчас я потратил 20 песо, чтобы приехать из Палермо в этот аэропорт аэропарке. Выход номер 7, Корриентес. 14:00 у меня вылет с выхода номер 7. Люди уже стоят. Наверное, полный самолет будет. Ну что, друзья, а я сижу в зале ожидания. Ожидаю, когда пригласят на посадку. Сегодня я лечу с авиакомпанией Flying Bondi. Ну, в принципе, я с ними по Аргентине всегда летаю сейчас. Это бюджетная авиакомпания. Я с ними купил как бы на год членство. То есть, когда ты член этого клуба ихнего, Flying Bondi, то скидка еще дополнительно добавляется к стоимости билета. Вот. За билет я отдал, ну, примерно 5600 песо. Ну, в принципе, сколько это получается в долларах? Чуть больше, чуть примерно где-то $25. Вот. Но эта цена, наверное, уже больше не повторится, потому что у нас недавно опять доллар подскочил. Сейчас доллар стоит у нас 250. Когда я брал, был 200. Вот он, Flying Bondi во всей красе. Libertad de volar. О, позади меня, смотрите, какая панорама города Буэнос-Айреса. Вот там это Белграно, а с этой стороны это Палермо. Hola, buen día. Так, это мое местечко 24C. Чао, gracias. Ну что, нормально долетел? Практически без турбуленции. Правда, дети там были в самолете. Нельзя было снимать ни взлет, ни посадку. Ну и с местом тоже не очень повезло. Ну так вроде бы нормально все. Здесь, конечно, контраст. 21 градус. В Буэнос-Айресе было 9. В общем, жара, да? Смотрю, здесь автобус. Сейчас спрошу у них, если он до центра едет, то я его возьму, этот автобус. Ну что, я в автобусе. Оказывается, автобус едет до центра города, а конкретно до там, где порт. Вот. Но стоимость билета 360 песо, гораздо дешевле, чем такси. Только наш самолет прилетел и сразу же улетает. Я буквально 10 минут тому назад высадился, и уже новые пассажиры заходят. Мы сидим, ждем, пока
ну, все желающие с нашего рейса выйдут, чтобы сесть на этот автобус. А я приехал в резистенцию, благополучно добрался. Ну и вот в этом хостеле я поселюсь на 2 дня. На сегодня у меня все. Счастливо. Пока.